Сегодня 20 магаданских школьников сразились в экологической компьютерной битве. Впервые в Магадане прошел региональный чемпионат на основе социальной интерактивной компьютерной игры «ЖЭКа. Чистый город». 4 команды выполняли задания, как в школе ЖКХ. Всего за 40 минут школьники ответили на вопросы о сборе, сортировке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов, их транспортировке и размещении на полигонах. В программе было представлено 3 игровых зоны – жилая, парк и полигон. Главный герой – домовенок ЖЭКа. Помогал решать увлекательные головоломки и викторины. Первым заданием справился Александр Удовкин. По его словам, поломать голову пришлось над вопросом о переработке металлов. Там надо было ответить на какой металл имеет бесконечный цикл переработки. Это был алюминий. Но там были и другие варианты, например, вольфрам или хром. Я это знал, потому что хром – это металл довольно твердый, поэтому его не переработать так легко. Вольфрам также. Победила команда 21-й школы. Практически на все вопросы школьники ответили правильно. На втором месте 30-я гимназия. Бронза досталась ученикам из 13-й гимназии.